Приветствую вас на моем канале разборов, обзоров, новостей, телепередач. И моего творчества Оксаны Гетман. Сейчас я вам расскажу, почему Ксения Мишина пожалела о своем выборе. А вы мне напишите в комментариях, кто вам нравился больше, Саша или Леша. Недавно Ксения Мишина опубликовала вот такой пост. Давайте посмотрим между строчек. Поговорим про отношения. За последнюю неделю мы с вами наблюдали, как обнажился целый пласт проблем в нашем обществе. Огромное количество страхов, которые управляют выбором девушек. Страх бедности, незащищенности, погоня за сумками, шубами, уютным домом и полное отсутствие доверия к миру. Я не говорю, что плохо стремиться к материальной защищенности и благополучию, но не только за счет мужчины же. У вас же есть еще и вы. Я понимаю, почему так бомбануло. Многие увидели в одном из героев, мы понимаем, что в Лёше, шанс. Многие так и писали: «Ксюша, ты упустила свой шанс». Я не спорю, для кого-то так и есть. И встретить такого мужчину, девушка с такой позицией даже подумает, что влюблена, ведь вместе с ним получает удовлетворение своих материальных, эмоциональных проблем. А взамен из благодарности будет дарить ему интим. Так получается. Лично мне это пахнет жареным, уж простите. Идем дальше. Многие обвиняли меня в том, что я обманывала и причиняла боль человеку. Боль невозможна. Но, к счастью, в финале оставались осознанные мужчины, которые, идя на проект, понимали, что так может быть с каждым. Обманывала ли я? Ну, камон. Конечно же, нет. В этом же и есть суть реалити. Мне подбирали из тысячи заявок такие типажи, которые изначально мне подходили. Почему, девчонки, я вам желаю любить себя, уважайте, не ищите легких путей, а ищите способы развиваться, чтобы в момент, когда судьба подарит вам возможность выбора, вы имели возможность сделать его сердцем, а не на калькуляторе. Вот такой пост опубликовала Ксения Мишина в своем Инстаграм. А что вы скажете по этому поводу? И вообще, кто вам больше нравился, Саша или Леша? Напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!